быть просто секрет. И сегодня в нашем канале стартует новая рубрика «Видео нашей сестры». В этих видео наша, точнее моя двоюродная сестра, будет снимать летсплей. Да, будет снимать летсплей или влоги. А сейчас вы смотрите небольшое видео, которое называется... Поехали! Рассказ о себе. Поехали! Привет всем, ребят! С вами я. Угу. И сегодня я снимаю видео на этом канале и снимаю видео слишком много информации обо мне. Я написала вопросики на листочке, точнее на тетрадке, в тетрадке. Это безысходность. В тетрадке. И, короче, давайте приступим. Не будем медлить. И что ж, как меня зовут? Меня зовут Ира. Познакомились. Дальше, сколько мне лет? Мне 11 лет. Город. Точнее, где я живу? Я живу в Харьков, Украина. Что я люблю? На самом деле я все люблю. Я люблю спорт, я люблю музыку, я люблю есть, я люблю кушать. Я люблю все. Ну, если это и кушать, это одно и то же, ну да, ладно. Короче, давайте дальше. Чем увлекаюсь? В основном танцами, потому что я сейчас хожу на хип-хоп, и в основном танцами, да. Но я люблю делать всякие поделки, там, в связи с заметками, тетрадки и всякое такое. Так, давайте дальше. Если дом и животные есть дом, вот, еще здесь снимаю. Это моя комната. Аура. Итак, если животные, да, есть животные, есть собака и кот. Имя кота, собаки и породы. Значит, мою собаку зовут Бенни, и порода померанский шпиц. А у моего кота зовут Дэвис, и порода мейн-кун. Ладно, просто мейн-кун. Дальше, любимые предметы в школе. Если я не ошибаюсь, это физра, рисование, труды, украинский... английский и, думаю, это все. Ладно, пусть будет все. И последний вопрос. Что я буду показывать на этом канале? На этом канале я буду показывать влоги, летсплеи и, может, что-то еще придумаю. Да. Все. Да, на этом все. Мое видео закончено, вопросы закончены. И что ж, если это видео не четок или... Да, четок, да... То тогда почему бы не поставить этому видео лайк? Кто-то быстро сказал, ну ладно. Почему бы не поставить этому видео лайк? Лайк и не подписаться на наш канал. Ну что ж, всем пока-пока!